История России в фотографиях. Алексей Моресьев. Желание жить. Алексей Петрович Моресьев – один из самых известных советских летчиков-истребителей, прототип героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», история, которую в Советском Союзе знал каждый школьник. 5 апреля 1942 года в районе Демьянского котла в Новгородской области самолет Моресьева Як-1 был подбит. Совершая вынужденную посадку в лесу, летчик упал с высоты 30 метров. 18 суток Моресьев сначала на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к линии фронта. Из-за тяжелого ранения и обморожения ему ампутировали обе ноги, но это не помешало ему вернуться в небо. За время Великой Отечественной войны Алексей Моресьев совершил 86 боевых вылетов. Сбил 10 самолетов противника, из которых 7 после ранения. В 1943 году за спасение жизни двух летчиков и 3 сбитых немецких истребителя Моресьева удостоили звания Героя Советского Союза. Был женат, воспитывал 2 сыновей. До глубокой старости поддерживал свою физическую форму, катался на коньках, велосипеде, ходил на лыжах, плавал в бассейне. «Жизнь меня, конечно, потерла», — говорил Алексей Петрович в одном из последних интервью. «Но если все начинать сначала, я бы снова стал летчиком. У меня самые счастливые минуты жизни связаны с самолетами». Когда после госпиталя в моей карточке написали «Годен во все роды авиации», я чувствовал себя на вершине счастья.